Всем здравствуйте, с вами на связи Лена, я приветствую вас на своем канале. Сегодня, прежде чем я расскажу вам про расклады, мы переступим к рассмотрению и ответам на вопросы. Я не знаю, хочу вот поделиться с вами, может быть, кому-то это будет интересно, вот такой мыслью. Я недавно переписывалась со своей коллегой Анастасией, мы обсуждали тематику моего канала и вообще информацию, которую я передаю. И она мне сказала такое, знаете, выражение, которое меня очень зацепило. Она сказала, что когда нету спроса на что-либо, у тебя всегда есть возможность создать свой спрос. И вот это вот, знаете, как-то вот зацепило очень вот прям за живое, за что-то такое, очень глубоко внутри себя, внутри меня и это выражение. И я подумала, а почему бы мне действительно не создать свой спрос? Спрос на тот продукт, который я выпускаю. В нем, конечно же, есть свои плюсы и минусы. Плюс заключается в том, что нету конкуренции, значит, площадка свободная, дерзай. Минус заключается в том, что это достаточно сложный путь, потому что создавать что-то новое, когда все уже создано, когда уже все придумано, это не так легко. И когда есть что-то новое, оно не совсем понятно и для аудитории, и оно не совсем, ну не знаю, может быть, иногда даже и пугает, и не всегда востребовано. Вот так вот касательно... Я по своей натуре, знаете, человек, который всегда ищет сложные пути, никогда не ищу легких путей по причине того, что я чувствую, что я способна на что-то такое, знаете, достаточно большее и сложное. Поэтому я и усложняю себе какой-то путь, да, не иду легким путем. Может быть, многие из вас тоже такие же, как и я. Если вы смотрите мой канал и притянулись на мои расклады, есть что-то общее между вами и мной. И вот сегодня я как раз-таки вот этим и хотела поделиться тем, что последнее время я думаю о том, чтобы действительно создать, и я делаю такие робкие шаги в этом направлении своего спроса, создать свой продукт. Продукт, основанный на стыке психологии и Таро. То есть и то, и другое является пониманием своей души. Да? И Таро все-таки инструмент для меня не только ответов на вопросы, а именно инструмент, с помощью которого я могу узнать о себе что-то большее. И вот я очень хочу создать вот такой спрос. Вот к чему я это все веду. К тому, чтобы создать продукт с помощью Таро, узнавать себя, через какие-то психологические, возможно, инструменты, да, либо какие-то через психологические, ну, я не знаю, моменты понимания себя, то есть соединить вот эти вот две науки, Таро и психологию. И вы видите по моим раскладам, что я уже делаю постепенно очень робкие такие шаги в этом направлении. И я замечаю, что все меньше стало просмотров. С одной стороны, меня это огорчает, а с другой стороны, по-настоящему искренне радует, потому что я понимаю, что я формирую свою аудиторию, я формирую свой спрос. И это меня очень-очень мотивирует. Прям вот я не знаю, почему меня так задела эта фраза «создать свой спрос и свой продукт». Вот этим я хотела с вами поделиться. Не знаю почему. Просто захотелось. Захотелось это сказать. Возможно, эти слова были важны для меня самой услышать, да, и утвердиться, и понять. Потому что иногда мы говорим сами себе, как понять, правильно ли я направление двигаюсь. Вот у меня такие тоже сомнения возникают. Я не всегда знаю, правильно я двигаюсь или нет. Но вот это вот направление, которое я выбрала сейчас, микс психологии и Таро, мне кажется, это действительно будет полезно. Я не знаю, насколько это будет уникально. Скорее всего, ну, в моем исполнении, конечно, оно будет уникально, потому что каждый человек уникален, да, и та же самая тематика в исполнении другого человека, она будет уникальна с его точки зрения. Но в любом случае, очень такие глубокие философские вопросы на стыке психологии я хочу затрагивать. И, конечно же, будут развлекательные вопросы, да, такие достаточно легкие, но все-таки основу я хочу сделать в дальнейшем вот такие вот глубокие вопросы.
Именно философские. А мы с вами приступим. Сегодня расклад я назвала «Компас» для тех, кто потерял ориентиры в жизни. У нас будет одна позиция, потому что 10 вопросов. Я неоднократно говорю, я знаю, что есть люди, которые не любят расклады на одну позицию. Не относитесь к раскладам как к тому, что вот прям надо на себя обязательно примерить, прям это мне должно подходить, там я должна ответы для себя найти. Просто как послушать. Иногда бывает так, что многие люди, особенно старшего поколения, включают телевизор только для того, чтобы он где-то фоном там где-то работал, да. И вот что-то обязательно нас зацепит. И можете посмотреть расклад просто так, да. Может быть, что-то наведет вас на какие-то размышления, какие-то рассуждения о жизни. Может быть, что-то для себя и поймете. То есть не обязательно надо прям примерять расклад на себя, чтобы он 100% вам подходил. Может быть, какое-то одно слово. И это тоже будет важно. Итак, сложный расклад. Сложный расклад, и есть у меня несколько таких сложных раскладов, которые я буду делать. И с одной стороны, я буду тестировать, буду смотреть, насколько у вас есть отзыв, но даже если и не будет отклика на такие темы, они нужны мне. А если они нужны мне, я буду продолжать их делать. Эгоистично? Возможно. Но с другой стороны, вы знаете, вот что-то внутри меня ведет именно в этом направлении. Да? Что-то внутри очень четко говорит мне, это правильный путь, это сложный путь, это долгий путь, это трудный путь. Но это то, что нужно тебе, это то, что нужно будет другим. Итак, мы приступаем. Первый вопрос. Еще раз скажу, не перетягиваем на себя, не примеряем расклад на себя. Он не всем подойдет, но что-то, может быть, вам подойдет. В чем смысл моей жизни? Такие вот глубокие вопросы сегодня мы будем рассматривать. В чем смысл моей жизни? На самом деле, в самой жизни. В самой жизни и в том, чтобы смотреть на жизнь не как достижение каких-то целей, а именно на процесс, на сбор какого-то опыта, на обогащение себя. Для чего нужен здесь опыт? Девятка педаклей нам говорит о человеке, достаточно зрелом, внутренней, который прожил уже не короткую жизнь, либо она была настолько насыщена событиями разными, что человек обогатился, у него есть много пониманий, у него есть много знаний. Некоторыми он оперирует и получает за это деньги. У него, он достаточно умен, да. То есть у этого человека есть абсолютно все. И в контексте нашего вопроса, в чем смысл жизни, он заключается в том, чтобы вы обогащали себя информацией, именно обогащали. То есть не пихали в себя все, что нас окружает, а выборочно, очень точечно то, что будет полезно вам, то, что, от чего вы будете наслаждаться, от чего ваша жизнь будет становиться лучше, красивее. Не все, уметь ставить какие-то фильтры. И вот когда вы получаете, обогащаете себя вот этим опытом, то вы понимаете жизнь через призму какого-то такого, знаете, разнообразия, да? То есть ваша жизнь, она не становится серой и однобокой, а она становится, вы понимаете многогранность этой жизни. И поэтому двумя картами, да, туз жезлов и пятерка, и девятка Пентаклей нам в контексте ответа на вопрос, в чем смысл моей жизни, говорит о том, что в самой жизни, в том, что вы делаете, да, то есть нету каких-то определенных смыслов, которые вы общепринятые, да, а есть именно в каждом действии, которое вы совершаете, вы вкладываете свой смысл. И вот это множество смыслов в совокупности дает вам понимание, а что такое жизнь. То есть это не стремление к какой-то конкретной цели, к конкретному результату. Я не знаю, например, найти человека, партнера по жизни, да, создать какую-то свою семью, либо реализоваться в бизнесе. Не это смысл жизни, а именно то в процессе, то, как вы это делаете.
Для чего вы это делаете? То, что вы вкладываете именно в построение семьи, какой семьи, для чего она вам нужна, построение бизнеса. То есть то, что вы вкладываете, в этом есть изюминка и в этом есть смысл жизни. В самом процессе и в самом движении. И движение по тузу жезлов – это искра, это зарождение, это то, что для вас будет ценным. Смысл то в том, что для вас важно, в том, что для вас ценно. И в этом есть смысл вашей жизни. В чем я заблуждаюсь? Здесь встает вопрос времени. Скорее всего, заблуждаетесь в том, что либо все проходит как-то достаточно медленно, и вы не получаете каких-то результатов, если вы ориентированы на результат. Если вы ориентированы на процесс, то, о чем я говорила ранее, да, то тогда рыцарь Пентаклей – это медленная карта, говорящая о труде, о работе, о некой такой рутине, о движении шаг за шагом, поступательно, не торопясь. И ошибка здесь заключается в том, что вы многие вещи хотите получить быстрее. Но когда вы их получаете, они не приносят вам удовольствия. Вам нужно понять, что вот именно процесс, вот эта вот поступательность, это предвкушение, оно ценно, оно дает вам какие-то эмоции. Заблуждение в том, что по отшельнику вы периодически как-то уединяетесь и погружаетесь вглубь себя, включаете какие-то размышления, остаетесь наедине с собой, но это не всегда приносит вам удовлетворение, потому что вы пропускаете жизнь. То есть когда ваш взор идет внутрь себя, и он не направлен на рефлексию, на анализ чего-либо, что свойственно отшельнику именно в выборе пути, да, определиться, каким путем я пойду, материальным, либо духовным, да, какой путь, что я должен оставить позади, чему я должен соответствовать после глубокого анализа. Вот этот период, когда вы что-то анализируете, да, вы теряете жизнь, которая вас окружает, вы не включаетесь в то, что есть вне вас. И вот ошибка в этом не в том, что вы анализируете, и не в том, что вы а в том, что вы застреваете очень долгое время, находясь в каких-то анализах. И обращаете внимание, а там уже месяц прошел, да? Что я сделал в этом месяц? Ничего. То есть я не помню. Я помню свои какие-то мысли, свои рассуждения. И вы очень часто отдаляетесь. Вы очень часто погружаетесь в какие-то, может быть, знания, которые не столь полезны вам будут в вашей жизни, в контексте, может быть, души, да, развития, да, бесконечности, но в контексте вот именно практичности, в том, что иногда вы забываете, что вы живете в теле, и вам важно получать опыт в теле. То есть любые прикосновения, да, еду, которую вы едите, наслаждаетесь, то, что вы видите, то, что вы слышите, а вы попадаете в какую-то внутреннюю свою бездну, пропасть, и это иллюзия. И ошибка в том, что почаще надо выходить из себя, то есть зор направлять не внутрь себя, как вы это умеете, вам это привычно, вам это известно, а вне себя, через любопытство, через интерес того, что вас окружает. И последнее заблуждение по рыцарю кубков, скорее всего, в понимании того, что, знаете, вот здесь ощущение некой такой духовности, ну, слишком вот такое ощущение у меня идет, знаете, что вот вы достаточно мудры, вы ведущий человек, но это вот как-то вот на уровне тонкого плана. А вот здесь вот в материальном мире вы не умеете радоваться, вы не умеете взаимодействовать с материей, вы не умеете наслаждаться. И рыцарь кубков нам как раз-таки показывает то, что вы можете вести какие-то задушевные разговоры, да, вы можете эмпатировать как-то людям, да, сопереживать с людьми, но это вот все на уровне чувств. А
не хватает материи, не хватает чего-то такого стабильного, чего-то такого прочного, на что можно будет опереться. Ну, потому что на эмоции нету опоры. И вот в этом ваше заблуждение. То есть, возможно, вы по этому принципу выбираете взаимодействие с другими людьми. То есть, мне радостно с ним, значит, это хороший человек, он мне подходит. Да? А потом получается так, что этот хороший человек в какой-то момент, вас в нужный момент, именно когда надо решить какой-то материальный вопрос, не в финансов, а бытовой какой-то момент, да, этот человек вам поворачивается спиной. Почему? А потому что, ну, ему уже не интересно, он не дает вам эти эмоции. И вы начинаете разочаровываться. То есть вот здесь вот вы заблуждаетесь в... Возможно, как-то в своих чувствах, да, тоже такой момент может быть, да. Не всегда понимаете... Не всегда разбираете, скорее всего, в своих чувствах, да, где гнев, а где, наоборот, радость, с чем это связано, а мое ли это или не мое, я ли это чувствую, эти эмоции, либо просто как хороший эмпат, побывав в какой-то, в каком-то месте, я перенял эмоции другого человека, то есть я проживаю не свои какие-то эмоции. Вот все, что связано с эмоциональным миром, вот здесь вот в этом есть какое-то заблуждение именно в обмене на эмоциональном фоне. Не всегда ваши намерения, они чисты. Они могут быть эгоистичны. То есть я себе что-то даю, почему? Потому что только ты можешь дать мне эту радость, поэтому я буду с тобой общаться. Да? То есть какая-то все-таки эгоистичность здесь присутствует. Да, эгоистично, я бы сказала, знаете, вот какой-то анализ, то есть нету вот такой вот искренности, вы выбираете, кому вы даете этот кубок, да, своих эмоций, своих чувств, то есть ты будешь меня наполнять, а ты нет, то есть вот здесь вот есть какое-то все-таки разделение, и оно основано на ваших знаниях этого мира, их очень много, но они не все достаточно практичны, я бы так сказала. То есть, если с вами разговаривают на какие-то духовные темы, то да, вы действительно знаток, у вас есть опыт. Но если мы говорим, насколько вы практичны, насколько вы можете выжить в этом мире, да, насколько вы можете взаимодействовать с этим миром, именно вот в каждом своем дне, здесь нету этого, нет у вас такого опыта. И, может быть, часто вы слышите такое выражение в свой адрес: грош цена твоим знаниям, если ты, допустим, не можешь заработать денег, да, но это структура вашей души, и вот здесь вот ощущение того, что не случайно она находится в материальном мире, она должна познать этот мир. Ощущение того, что тот мир вы познали, а этот мир нет, и поэтому вас сюда привели. Вы держите, вот есть три карты, четыре, которые, раз, два, три, три, которые показывают: отшельник, девятка педакли, король мечей, показывает на некое такое отстранение, да, отдаление от людей, нету близости, да, может быть, какие-то вещи вам непонятны в этом мире, да, как, почему люди так поступают по отношению к вам, вообще по отношению к себе, почему вот так все устроено, почему есть агрессия, то есть вещи, которые вам непонятны в этом мире, и вы держитесь на расстоянии, потому что вы защищаете как будто бы свою душу, то есть здесь есть какая-то дистанция, да, это то, скорее всего, что вам нужно прожить и понять, почему вот эту дистанцию вы выстраиваете между собой и миром, почему вы держите людей на расстоянии. Вот это какая-то, знаете, вот белое пятно, что вам нужно будет как-то рассмотреть, изучить. Где я совершаю ошибку в контексте мировоззрения. То есть то, вообще, как я смотрю на мир, как я живу. Вот здесь с точки зрения мировоззрения, где вы совершаете ошибку. Давайте я вам посмотрю на этой колоде. На колоде эпического Таро, где вы совершаете ошибку? Вот здесь, знаете, вот прям есть такое ощущение на эмоциональном фоне. Девятка кубков в эпическом Таро, она говорит о том, что когда у тебя уже все забрали, и тебе кажется, что ты уже больше ничего не можешь дать другим людям, да и самому себе, у тебя всегда остается благодарность. То есть у тебя все забрали, ты все потерял.
Но всегда есть благодарность за этот опыт. Всегда у тебя есть благодарность к этим людям, что они тебе показали мир. Пускай он будет немножко иной, не такой, как ты видишь, но это всегда остается. То есть нужно, невзирая на какие-то трудности, а путь ваш действительно, возможно, трудный, здесь вот такое ощущение, знаете, какого-то такого старца, который пилигрим, который ходит по земле в поисках чего-то такого важного, значимого для него, да, то есть здесь путь, путешествие. И очень многое однозначно вы теряете, очень много вы видите, трудности. То есть здесь вот прям сложный путь либо выбрала ваша душа, либо то, что вы проживаете, нелегкий путь у вас, нелегкая жизнь. Не могу сказать, что вам прям все так легко давалось. Были моменты, когда вы очень многое теряли, но всегда остается... вот именно вот это ощущение благодарности, потому что опыт сложный, и осадок после него остается не очень приятный. И вот вы совершаете ошибку вот в контексте этого мировоззрения в том, что смотрите на мир, а то, что у вас забрали, да, то, чего у вас нету, да, то есть, допустим, был какой-то опыт, и вы акцентируетесь на утрате. Это понятно, потому что ваши эмоции... они негативные, и они запоминаются больше, быстрее, что ли, чем что-то такое позитивное. Вот вам надо, говорят о том, что надо благодарить за это, потому что пускай это было больно, пускай это было неприятно, но это тот ценный опыт, ради которого вы на этой земле родились, вот именно в вашем контексте, да, то есть... для чего-то вам это нужно было, пускай вы не понимаете, не видите всей концепции, да, своего пути, но вот этот опыт, который вы прожили, да, когда пройдет какой-то период, и если вы сможете рефлексировать на эту тему, вы увидите плюсы, насколько он вас изменил в лучшую сторону, кем вы стали, да, насколько вы мудрее стали, насколько именно в контексте обогащения себя знаниями и опытом вы стали. А вы смотрите... на утрату, то есть вот как-то, знаете, тоннельное какое-то видение, узконаправленное, да, что, а где же моя радость, да, где, вот, а где мои плюшки от всего этого? А плюшки в том-то и заключаются, что их у вас забрали, и вы теперь можете их без плюшек жить, то есть у вас есть опыт, вы можете и с плюшками, и без плюшек. Но вы это почему-то не видите. У вас вот здесь вот ощущение того, что не то, что вы неблагодарны, а вы должны... как-то больше акцент делать на то, чтобы благодарить даже за неприятное. То есть за приятное мы умеем, а здесь какой-то, знаете, у вас источник внутренний, энергетический, обновляющийся, да, то есть кажется, когда, вот как Феникс, да, вы уже, у вас все отобрали, а вы снова переродились. И вот за это перерождение, и надо быть благодарным, вот девятка кубков в этой колоде за это и говорит. А вы, ну, сразу, может быть, позже как-то это понимаете, но сразу нет. Я увидела, просто здесь аркан Луны выпал. Знаете, здесь есть... вот ошибка заключается, опять-таки, пересекаясь с... вот посмотрите, здесь аркан Луны, какой 18-й, надеюсь, видно, девушка в зеркале, да? А смысл этого аркана здесь говорит о том, что он прям вот пересекается с отшельником, в том, что вы смотрите на мир через свои какие-то иллюзии. И вот здесь вот это вот зеркало, да, это то, как вы смотрите. А вам говорят, а ты смести фокус внимания с этого зеркала на то, что вокруг этого зеркала, и ты увидишь другой мир. Ты увидишь ту реальность, которая есть на самом деле. Здесь вот ощущение того, что вы очень много времени проводите внутри себя, в рассуждениях, в каком-то своем понимании. То есть вот хочется, знаете, сказать, расширь свое сознание, смотри, допустим, глазами другого соседа, либо... глазами другого человека, ты увидишь те вещи, на которые ты не обращаешь внимания, да, то есть здесь какой-то вот привычный, установленный формат взаимодействия с миром, ну, какой-то, знаете, не то, что он закостенелый, а он настолько уже понятный, изведанный, что уже нету каких-то неизвестных, и вам говорят, а это не так, всегда есть что-то, что ты не знаешь, что ты не видишь.
достаточно сместить свой взор вот с этого зеркала, отражение самого себя, да, вот этой иллюзии, и посмотреть вне его, ты увидишь то, что есть, и оно будет отличаться от того, что ты знаешь. То есть всегда есть что-то вне тебя. Но вот здесь вот иллюзия заключается в том, что очень много времени вовнутрь смотрите. Не вовне, а вовнутрь смотрите. Еще какую ошибку вы совершаете в контексте своего мировоззрения? То, что по шуту, здесь шут говорит о том, что для того, чтобы двигаться вперед, да, нужно понимать, да, то есть здесь выбор вы делаете, куда я иду, что я хочу делать, но здесь нужно понимать, что вы будете выбирать этот путь, исходя из того, чем вы наполнены. То есть если, допустим, вы хотите, у вас праздник, день рождения, и вы думаете, а куда же мне пойти? А это будет зависеть от того, в каком состоянии вы будете пребывать. То есть то, чем вы наполнены. Если вы наполнены хорошим настроением, тогда и вы берите, допустим, я не знаю, куда-нибудь пойти на вечеринку, на праздник. Ну, я не знаю, там куда-то в бар, может быть, пойти попраздновать. А если у вас будет ностальгия, не очень хорошее настроение, вы не захотите никуда пойти, может быть, вам захочется пойти пройтись по лесу, там, к озеру пойти, да, посмотреть, побыть в одиночестве, хотя это ваш день рождения. То есть аркан шута здесь говорит о том, что искушения ваши, они зависят от вашего внутреннего настроя. То, что я говорила в самом начале, это красной лентой проходит весь наш расклад, девятка пентаклей. То, чем вы наполнены, опыт. Какой опыт, смысл вашей жизни, да, в чем заключается, то, во что вы вкладываете этот смысл. И вот вы уже настолько хорошо, возможно, владеете вашим внутренним пониманием себя, что пришло время вот из этого внутреннего уже смотреть на мир. И если то, что вы видите, отражение, оно вам не нравится, значит, что-то внутри себя нужно изменить. Вы... То, что вас окружает, это ваш внутренний настрой, это ваша внутренняя наполненность. И выбор, который вы делаете, неважно в чем, он исходит из того, чем вы наполняетесь, чем вы наполнены в этот момент. Если вы наполнены позитивными эмоциями, вы выбор будете делать даже в одежде, там, пеструю, яркую одежду. Если у вас какое-то уныние, вы будете, допустим, выбирать серые тона, коричневые, какие-то черные, ну, то есть, либо белые. Показатель отсутствия цветов, да, отсутствия гаммы. Обращайте внимание на то, чем вы настроите, на свое настроение. И вот здесь вот очень часто, возможно, у вас бывает, ну, такое, знаете, я бы сказала, видоизмененное состояние, да, в этом и есть иллюзия, то есть не реальность, а вы придумываете, вот эти вот ваши придумки, они, исходя из того, чем вы наполнены и есть, и вы смотрите на мир этими иллюзиями, воспринимаете людей иначе, воспринимаете, не такими, какими они есть, то есть вы... создаете эти фантики, которые вас окружают. То есть вы не знаете наполненность, да, чем наполнен каждый фантик. Вы обращаете внимание на фантики, а фантики вы придумаете сами. Вот как-то так, если говорить о проекциях ваших внутренних. Что нужно исправить? Ваш материальный мир. Вот здесь вот выпала императрица, она говорит о том, что вам дан дар именно взращивать, приумножать, да, взращивать все, что угодно. То есть, когда вы поймете, чем вы наполнены по шуту, да, своим состоянием, императрица вам говорит о том, что вот эта вот ваша наполненность, вы ее можете приумножать, да, то, что есть внутри вас, это будет взращиваться и превращаться в то, что вас окружает. Поэтому вам надо вот как-то исправить материальный мир, то, что вас окружает, вот бытовую жизнь какую-то, да, ваше понимание, скорее всего, может быть, не хватает каких-то вот земных радостей, да, может быть, даже тот же элементарный секс будет казаться вам каким-то порочным, либо наоборот, вы как-то уходите в уединение по отшельнику, да, в аскезу, то есть вам больше нравится как-то думать, размышлять, нежели наслаждаться, да, вам, может быть, больше нравится находиться в своих размышлениях, нежели чтобы вас кто-то обнимал, кто-то ласкал. То есть вот здесь вот либо этого не хватает сейчас, на данный момент. Императрица, она очень-очень материальна. И она основана на
основа ее есть желание, да, человеческие желания. Императрица, она всегда действует из состояния эмоционального. То есть для нее эмоции первичны, а вторичный рассудок. А сейчас вот то, как вы чем наполнены, да, здесь как раз идет наоборот. То есть первично у вас идет разум, рассудок, а вторичные у вас идут какие-то эмоции. И вот надо исправить, либо надо, я не говорю, чтобы выбрать одно из двух, а я всегда за микс, за то, за разнообразие, за то, чтобы соединить эмоции и разум, да, чтобы в разум привнести эмоции, а в эмоции привнести немножечко разумности, да, вот, чтобы как-то вот баланс. Вот здесь, ну, не хватает каких-то, я не знаю, каких-то перемен не хватает, реализации, может быть, своих каких-то желаний. Может быть, воплотить какие-то свои идеи, которые долгое время вынашивали. Здесь не хватает доверия, да, по Верховной Жрице не хватает доверия, чтобы шагнуть в те знания и сделать их опытом. То есть ваша главная линия, основная, да, это получение опыта. Но опыт, он появляется через действие, не через знания. Еще раз скажу, знаний у вас очень много, а опыта не так много, потому что вы боитесь на основе своих знаний создавать какой-то опыт, ну, то есть совершать какие-то действия. То есть знаю много, а нигде ничего не применяю из того, что я знаю. И вот здесь вот не хватает краски вот этого вот доверия, да. Верховная жрица в эпическом Таро, если вы посмотрите, да, она держит книгу с одной стороны, открытую, с другой стороны закрытую. И здесь говорится речь о том, что знания, они прекрасны, но их нужно переводить в опыт, нужно довериться и шагнуть вот в эти знания, и только тогда случится магия, да, только тогда вы получите опыт. И рядом с Верховной Жрицей, то есть здесь ощущение того, что вот как раз-таки соединить, да, вот эту вот духовность, заземлить ее, проще говоря, через какие-то свои желания, да, через маленькие, может быть, женские какие-то желания, которые постоянно у нас есть. И радоваться, вот здесь вот радости не хватает, да, здесь холодной энергии не хватает, какой-то теплоты. Может быть, вам какое-то что-то, ну вот на уровне телесности, я не знаю, объятия, может быть, теплая одежда, может быть, сейчас прохладно, ну, становится уже постепенно в России. Вот, и не хватает вот этой вот какой-то согревания души. Вот хочется вашу душу согреть, солнца не хватает. Если сейчас выпадет аркан солнца, я не удивлюсь. Что надо исправить? Ну вот, и высший суд. Здесь карта говорит о перерождении, да, о том, чтобы переродиться, но перерождение происходит только после очень глубокой переоценки ценностей через понимание себя. В данной колоде здесь речь идет о том, что каждый играет свою какую-то пьесу, каждый играет на своем инструменте. И мелодия, она становится прекрасной только тогда, когда в оркестре есть какая-то гармония. Да? Каждый с одной стороны проигрывает свою роль, но и в совокупности, да, это получается очень прекрасная мелодия. Импульс, который задан на небесах. Вот здесь вот вам нужно понять, понимаете, не выбирать что-то одно, то есть вот это, либо вот это. А надо понять, что то, что бы вы ни выбрали, это также прекрасно, потому что это звучит в вашем исполнении. Вот здесь вот про это. И здесь перерождение. Наверняка вы завершили очень достаточно большой этап своей жизни, цикл какой-то важный, да, какую-то важную главу своей жизни вы закрыли, завершили, перевернули страницу для того, чтобы начать писать новую главу, абсолютно новую. Ну, вот здесь вот как-то так. Исправить, да, я ответила, да. Как я живу? Давайте я посмотрю вот на метафорических картах, как раз-таки женских, да, как я живу. Как вы живете? С одной стороны, вы ведете какую-то внутреннюю борьбу. Да? Вы как будто бы находитесь в готовности защищать себя. Знаете, ну, здесь такое ощущение, что да, я открыта, я с мечом и щитом.
То есть я открыта, я готова что-то принимать, но я также готова, что меня ранят, что будет, что придется воевать, придется что-то отстаивать. То есть вот эта вот позиция, она изначально уже предполагает, что будут какие-то не очень приятные ситуации в вашей жизни. Это ваше настроение по шуту, да, как, чем вы наполнены, они уже предполагают то, что вы это в материальном мире создаете, какие-то трудности. А здесь вот ощущение того, вторая карта показывает, вот давайте я вам покажу прекрасную маму, которая вот воскресный день, что-то такое, да, отдых, я с ребенком, она готовит, там лепит эти пельмени, вареники, нет, печеньки какие-то, не знаю, что-то такое, а ребенок, сидя на табуретке, кормит птичек, которые вылетают вот в окно. То есть какая-то, вы знаете, веет атмосфера уюта, домашнего чего-то такого комфортного. То есть живете, возможно, как-то вот, знаете, на два фронта. Есть ваш дом, где это вот ваша крепость, ваша оборона, там хорошо, комфортно, светло, все в розовых тонах, в любви, в понимании, да, но... Хочется какой-то свободы, потому что покормили это птичек, а птички улетают в окошко. Хочется какой-то свободы. А чего хочется свободы? А вот здесь вот как раз, когда ты выходишь во внешний мир, да, может быть, это социум, либо пересекая порог своего дома, да, вы готовы воевать, вы готовы. То есть здесь ощущение того, что ваш внутренний мир, там комфортно, хорошо, тепло, а вовне... Надо воевать, надо бороться, там холодно, там неприятно, и вот скорее бы быстрее домой вернуться, вот краски, вот опять-таки продолжение, да, нашей линии по отшельнику, да, закрыться, потому что мир небезопасен, всегда есть какой-то подвох, да, что-то мне там сделают больно, что-то мне причинят... Хочется свободы. Здесь вот ощущение того, что я не знаю, что у вас сейчас в жизни происходит, но вот здесь вот хочется какой-то свободы, да, хочется быть на коне, хочется вот ограничения какие-то, здесь ощущение каких-то ограничений, рамок, хочется их снять, причем это во внешнем мире, внутри даже, знаете, где-то вам уже может быть и приело вот эта вот бытовая жизнь, да, когда все известно. Это безопасно, с одной стороны. Но с другой стороны, она уже приелась. Мне хочется полета, мне хочется свободы, хочется силы и мощи. То есть вот эта вот карта, отвечая на вопрос, что нужно исправить, у нас выпал высший суд, она как раз и говорит перерождение. То есть вот и вы и внутри его чувствуете и ощущаете, да, что вам хочется какого-то перерождения, каких-то перемен. И десятка книг в этой колоде эпического Таро, она говорит о том, что когда вы... соберете пазл воедино, а каждый кусочек этого пазла – это проигрывание какой-то роли, да, всех тех актеров, кто играет в данной пьесе, да, когда вот все соединится воедино, и вы поймете сферично каждую роль, проигранную каждым актером, тогда вы поймете, то есть с одной стороны вы поставите точку, да, потому что вам все становится понятно, а с другой стороны вы понимаете, что жизнь продолжается, и теперь следующую главу могу писать я сам. То есть вот это вот перерождение вот этой свободы, да, оно придет вам тогда, когда вы поймете, в чем заключался смысл каждого вашего прожитого опыта. То есть вот, это вот из этой ситуации, да, я беру, например, там, проработку у себя как жертву, да, я проработала какие-то травмы своего детства. Вот из этого эпизода, да, я поняла, как правильно выстраивать границы. Вот из этого опыта я взяла именно понимание и ценности себя. Но здесь я поняла, почему я создаю созависимые отношения. То есть вот когда вот это вот, причем, знаете, не со своей позиции, а с позиции вот анализа ситуации, да, почему партнер себя так вел, почему я себя так вела. И с третьей позиции наблюдателя, а теперь какой я вывод могу сделать. Вот, как, вот про это речь идет в десятке книг в данной колонии. Когда каждый, да, кто проигрывал в этой сценке, ты понимаешь его суть, да, его роль. Когда это все соединяется воедино, у тебя происходит инсайт, и ты понимаешь, вот для чего мне нужен был этот опыт. И когда вот этих опытов много-много становится в твоей жизни, и ты понимаешь, это было сделано для того, чтобы я стал вот таким, вот таким, вот таким. И вот в этот момент осознания инсайта вы переворачиваете главу, очень большую, огромную главу своей жизни, и начинаете заново, но пишете уже книгу вы. То есть вы
становитесь уже хозяином, не заложником ситуации, когда вы не понимали, что с вами происходит, куда вас вели, а вы становитесь уже автором своей главы, своей книги. Вот этой свободы вам хочется. В чем я могу найти себя? В любви. В любви, в гармонии, по двойке кубков, взаимодействие, да, понимание того, что когда именно взаимности, вот здесь вот ключевое слово взаимность, то есть любовь начинает расти и расцветать там, где в нее вкладываются оба, когда есть взаимность, тогда нету предела, как говорится, совершенства, нету предела гармонии, когда все обоюдно. И если вы найдете такого партнера, когда оба будут вкладываться, потому что здесь ощущение того, что вы устали от того, что очень долгое время вкладывались вы, а как будто бы вас никто не вкладывался так, как вы. То есть было все время вот это вот несогласие. Либо вы в кого-то, либо человек в вас. А сейчас вот вы найдете именно... Это было сделано для чего? Опять-таки из десятки книг, да? То есть чтобы понять вот эту ситуацию, чтобы сейчас вы пришли к двойке кубков гармонии. То есть понять, что когда я вкладываюсь, это не очень хорошо. И когда в меня вкладываются, а я нет, это тоже не очень хорошо. То есть понять две стороны медали для того, чтобы... Найти как что-то, что будет для тебя комфортно, да, то есть посмотреть ситуацию многосторонне и сделать какой-то вывод. И тогда вы придете к двойке кубков. Вы теперь четко будете понимать, что взаимность, она важна. По крайней мере, это будет тот критерий, на основе которого вы будете делать выбор во взаимоотношениях с людьми. Не только партнерские, да, личные отношения, но и взаимодействие с людьми. Вы можете найти себя в реализации именно каких-то своих проектов, через то, что вы должны поверить в себя. А пятерка жезлов в данной колоде говорит о том, что девушка очень близко прижимает к сердцу книгу, и вокруг нее стоят монстры, каждый из которых указывает ей на то, что нужно сделать, как наилучшим образом реализовать то, что она хочет. И здесь суть карты заключается в том, что только ты знаешь. Только ты в своем сердце знаешь, как будет лучше для тебя. Не надо слушать никого. Продолжай двигаться, прижми, поверь. Вот это вот прижатие книги, да, книга знания. Поверь, вот это твое, да, ты знаешь, только ты знаешь. Твоя душа знает, как лучше реализовать вот эту вот двойку кубков, вот эту вот гармонию. Не надо слушать никого. Иди своим путем. То есть только твой путь... Он приведет как раз-таки именно к девятке педакли, да, когда ты собираешь опыт. То есть как бы мы ни рассматривали ситуацию, она все равно приводит к ключевому пониманию, что фокус на процесс, не на результат, а на процесс. Многие будут говорить, что нужно сделать, как нужно сделать, но не забываем, что они говорят через призму своего опыта. И они говорят то, что это будет наилучшим образом для них. А не то, что будет наилучшим образом для вас, потому что они не знают, что будет наилучшим образом для вас. Им кажется... что они знают, поэтому они советуют. Но они советуют для себя, а не для вас. Они не вы. И вот это вот ключевое, что вам нужно понять. И иногда здесь опять-таки восьмерка кубков в данной колоде говорит о том, что чтобы понять ценность чего-то, нужно это утратить. Да? То есть когда вот вы потеряете что-то, только тогда вы понимаете, насколько это ценно и важно было для вас. И не всегда жизнь... на реализации своих желаний, ну, то есть я захотела, я получила, я захотела, я получила, она приносит счастье. И иногда счастье и наслаждение вы получаете, и вот внутреннее какое-то, знаете, удовлетворение получаете тогда, когда вы что-то потеряли, а потом то, что потеряли, оно вернулось к вам, и вы осознаете, что... Оно вернулось к вам, потому что это вы, не потому что вы что-то сделали, да, а потому что вы достойны. И вот выбор был в этом, и вы снова заново обретаете ценность. Не то, что вы силой держите, а то, что добровольно к вам приходит, потому что вы же тоже хотите быть свободными. Вы здесь на коне несетесь, да, без рамок. Вот вы можете найти себя именно в этом. В понимании, что ценно для вас, то есть найти свои ценности, да, и через эти ценности реализовываться, если говорить одним словом. В чем я зависима? Хороший вопрос. Я посмотрю на этой колоде. В чем я зависима?
чем вы зависимы? Вы зависимы в своих знаниях? Вы зависимы именно в понимании, знаете, как-то вот передачи информации от поколения к поколению? То ли вы здесь знаете, то ли это какая-то вот суть ваша такая, что вот вы должны как хранитель какой-то собираете информацию и передаете. Вот в этом вы становитесь зависимыми. Вы как будто бы не можете насладиться этим. Знаете, человек как библиотекарь, да, например, он не наслаждается книгами. То есть у него такое разнообразие, да, книг. Он может взять любую, почитать и насладиться. Но вот само хранение и ответственность за эти книги, и какие-то вот эти вот формальности, они настолько вызывают отвращение, да, что он уже холодно смотрит к этим знаниям, да, потому что его задача хранить эти книги и выставлять их правильно по полочкам, и, ну, то есть наблюдать за порядком, а не... И здесь как раз-таки утрачивается суть вот самих знаний, да, то есть знания, они для чего даны? Для того, чтобы их передавали, чтобы наслаждались, да, чтобы и другим было хорошо жить в этой жизни, а не для того, чтобы просто их собирать. А вот вы как-то вот к этому относитесь уже достаточно холодно, да? Ну, то есть я что-то выучила, зазубрила и рассказала. Не вкладываете душу. Вот здесь вот зависимость от знаний, да, то есть я хочу, иногда бывает прям вот перекос, да, мне и это надо узнать, и это надо узнать, и вы забываете, для чего вам сами знания, то есть суть, вы теряете суть, не для того, чтобы, то есть вы не смотрите на то, что это меня обогатит, и я смогу получить какую-то пользу от этого, нет, а вот здесь вот идет, как будто, вы знаете, какая-то конкуренция, я хочу еще, то есть я знаю два языка, я хочу и третий, и четвертый, чтобы говорить, вот я, допустим, там знаю 7 языков, там 12 языков. Вы забываете, что суть, для чего вы это все учите? Для того, чтобы поехать в эту страну и разговаривать на этом языке. А иначе зачем? Зачем вам эти знания? Понимаете, вот здесь вот какая-то вот такая вот здесь вот зависимость идет от знаний. Еще какая здесь у вас есть зависимость? Десятка мечей в этой колоде, она говорит, вот смотрите, как она нарисована, да, она говорит о том, что день завершился, и мечи все спали, почему? Потому что пришло успокоение, пришло перемирие, потому что каждый объяснил свою позицию, каждый... знаете, вот здесь вот некая такая договоренность происходит. Вот здесь зависимость, скорее всего, ваша заключается в какой-то вот именно конкуренции, да, в каких-то вот отстаивании своих границ, отстаивании своего мнения. И это вызывает у вас какое-то напряжение внутреннее. Вам нужно по десятке мечей здесь понять, что мечи должны быть опущены, и вы должны прийти к перемирию через принятие другой точки зрения, да. И вот суть здесь в этом. В чем не могу контролировать себя? Вы не можете контролировать себя по аркану сила. Знаете в чем? Либо вы иногда становитесь достаточно милосердны по отношению к другим людям. Знаете, вот как-то вот с пониманием относитесь к другим людям. Либо наоборот становитесь колкими. Почему? Потому что вы по королю мечей, вы умны, и вы можете оперировать словами, вы можете причинить боль другим людям, да, то есть вы можете показать иногда то, чем человек наполнен, и тем самым сделать больно этому человеку. То есть, знаете, вы как будто бы даже еще и чужими руками можете создать такую ситуацию, не то чтобы отомстить человеку, а вот как-то вот эгоизм здесь может проявляться, возвыситься, да, я сделаю тебе больно, я покажу, кто ты, как ты, вот здесь вот иногда есть вот это вот в вас, да, то есть показать свое превосходство через слово. Это одна позиция, а вторая, противоположная, она как раз-таки заключается в том, что вот, знаете, вот какое-то служение, да, жертвоприношение, ну, служение может быть. Вот ощущение того, что вся ваша жизнь, она двойственная, то есть нету каких-то полутонов, они либо белые, либо черные. И вот здесь вот восьмерка мечей,
она как раз-таки говорит о том, что вам нужно понять, что иногда помощь приходит оттуда, откуда вы не ожидаете. То есть иногда вы видите людей как врагов, но они приходят к вам с помощью. Если вы поймете вот в этом вашем враге мотивы, почему он так поступает, да, то вы сможете изменить свои отношения к этому человеку. Этот человек вам станет потом даже не то чтобы другом, а он вам поможет. То есть помощь к вам придет оттуда, откуда вы не ожидаете. И поэтому не нужно быть категоричной. Ты враг, ты друг или еще что-то. А здесь более лояльности какой-то не хватает. То есть везде присутствует двойственность некая. А что недопустимо для меня? Чувства. Понимаете, чувства. Вы не допускаете любовь. Вот вы как будто бы закрываетесь от любви. Вы закрываетесь. Вы закрываетесь от именно понимания взаимодействия с людьми. По-настоящему вы себе запрещаете любить. Да, и вы уходите в этого иерофанта. То есть вы уходите в какую-то духовность. Здесь ощущение того, что вот земной любви, понимаете, не безусловной, а вот какой-то земной человеческой любви вам не хватает, да. Как-то вот сочувствие, что ли, переживание, вам не хватает внимания к себе, чтобы ваше сердце раскрылось. Но ваше сердце, оно закрыто от боли. Опять-таки, боль не люди вам причинили, а вы сами себе через свое восприятие этого мира. И вам вот это нужно понять. Да, потому что по иерофанту, да, здесь иерофанта создали в материальном мире для того, чтобы он напоминал людям о некой такой духовности, об искре, которая наполнена. А искра в данном случае это любовь. Поэтому вы не допускаете какого-то шанса, может быть, уже не верите в любовь, да, может быть, уже не верите в то, что есть это. То есть помните, по двойке кубков я говорила, либо вы любили, либо вас любили, а взаимности как-то нет, и поэтому вы в это уже не верите, и вы это не допускаете. То есть здесь вы уже сердце свое закрыли, сказали, все, нет, недопустимо. Я не верю, уже у меня этой любви не будет. Так, что я теряю из-за своей глупости? Знаете, здесь ощущение такое, во-первых, вопрос как-то сформулирован, да, касательно глупости, за своей глупости, но здесь вы теряете какую-то вот радость, знаете, счастье, с одной стороны, от создания семьи, вот, но глупость здесь, скорее всего, именно в понимании того, что вот вы как будто бы не можете встретить, да, пару для себя, вы не можете создать ту семью идеальную, которую бы вы хотели. Здесь вот как раз-таки вы теряете вот это вот знание и понимание, что такое настоящая семья, что такое вот именно ценность этой семьи. Вот здесь вот у вас как раз-таки были утраты, да, вот, скорее всего, может быть, вам и нужно было, если мы говорим в контексте семьи, построения семьи, как-то вот потерять эту семью, ну, то есть первый развод, да, для того, чтобы понять и создать уже, допустим, второй брак, но уже на основе ваших каких-то новых ценностей. То есть вам здесь из-за ваших суждений, из-за вашего восприятия мира такого достаточно серьезного, да, основанного на каких-то прошлых ранах и болях, вы теряете наслаждение этой жизни, да? Вы теряете какую-то вот радость, легкость, детскость вы потеряли. Может быть, даже не то, что наивность, а вот именно умение быть как-то, вы знаете, счастливчиком, что ли, в этой жизни. Вы теряете какую-то вот опору, да, основу, то какой-то фундамент, на чем можно все выстроить, да, вы теряете в этом, вот в материальном мире, вы теряете как будто бы, ну, саму суть. Здесь очень много такой, ну, моральных каких-то, нравственных ценностей, и иногда не хватает вот просто побыть ребенком, да, не хватает совершить какие-то глупости. То есть вот что вы теряете за свои глупости? То, что вам иногда этой глупости не хватает. Вот слишком, наверное, серьезной, слишком так, знаете, как-то вот
понимание и понимание чего-то такого ценного, да, изучения, вы начинаете бояться. Вы начинаете бояться, бояться самой, вот я не знаю, жизни, движения жизни, судьбы какой-то, вот каких-то перемен. То есть вот из-за того, что, ну, больно, вот здесь ощущение того, что да, жизнь уже надоела, так она меня бьет постоянно, что я уже, не то, что я не верю, что я не смогу быть каким-то счастливым человеком, мне кажется, что я вообще, либо найти как-то свою любовь, уже как-то вот нормальным человеком. Здесь ощущение того, что специально вас жизнь вела до какого-то определенного этапа, помните, я говорила по высшему суду, когда вам нужно будет переродиться, вот, то есть тот опыт, который вы накопили, здесь ощущение того, что вот вторая половина вашей жизни, она будет направлена на то, чтобы уже больше наслаждаться, как-то, знаете, уже более приземленно. Ой. Уже как-то более приземленно, да, знаете, вот для себя. То есть если в первой половине жизни вы как-то были для других, то здесь во второй половине жизни вы как будто уже больше на себя. Для себя, да, наслаждаться. Вот именно то, что вам хочется, то, что вас наполняет. Ну вот на основе именно того опыта, что вы прожили. То есть те знания, которые вы получили, вам нужно будет их развернуть теперь в свою сторону, в свои блага. Но здесь вот даже это не столь глупость, а это скорее всего какие-то опасения, да, страхи, может быть где-то чувство вины какое-то, да, может быть какие-то кошмары, напридумывание чего-то иногда бывает лишнего. И здесь получается так, что вы как будто уже боитесь жить, да, вот. Вот страх здесь реально страх жизни какой-то. Либо страх, лучше пускай будет так, как есть, да, ну, по крайней мере, мне это известно, а менять я ничего не хочу. Почему? Потому что, да, я уже боюсь всех этих перемен. Вот, и это только лишь, вот это вот все, оно из-за ваших суждений. А изначально я вот здесь вот вам говорила, как вы живете, да, на вопрос, когда я описывала метафорическую карту, где вы были, сейчас я вам ее покажу, внешний мир воспринимаете достаточно воинственно, вот так. И если вы уже изначально на основе своего опыта на мир вот так смотрите, то, конечно же, мир вам это и показывает, потому что именно это вы ожидаете от мира. Именно этого вы, на этом и сфокусированы. И поэтому, конечно же, мир вам и показывает вот эту вот ваши боли, травмы, вот эту вот всю вашу воинственность, то, чем вы наполнены. И вы поэтому, в этом-то и заключается глупость, понимаете, что в это вы верите, это вы и получаете. И поэтому вы от этого всего устали. Поменяйте, поменяйте свою наполненность, да, чуть то, что мы говорили по шуту. И тогда и мир вам поменяет, да, ну, то есть повернется к вам лицом. Когда вы к нему лицом повернетесь, тогда и он к вам лицом и с добротой. И тогда вы не будете бояться уже жизни. Хорошо, какую жизнь вам нужно вести дальше? Давайте на метафорических картах посмотрим, какую жизнь вам нужно вести дальше. Здесь сидит взрослая женщина на руинах, и она, знаете, она зашивает крылья. То есть вам уже, причем это взрослая седоволосая женщина, обремененная опытом, да, руины здесь древних каких-то зданий, говорят о том, что есть опыт у нее за спиной, да, есть какие-то утраты, разрушения, седые волосы, говорят о зрелости, об опыте накопленном, да, мы это все за ее спиной. Но она продолжает верить, да, потому что она сшивает эти крылья и кара, да, того, кто поверил, да, что может летать так, как птица. И вот здесь вот надо продолжать верить. Продолжать верить, причем, знаете, самое интересное. Вот давайте я вам покажу эти карты, чтобы вам виднее было. Вот, здесь карта говорит продолжать верить. А во что, да, верить? Я вот здесь вот вытащила вот эту вот карту и обратила внимание на голубков. Не на статую, а на голубков. Да, здесь ощущение того, что нужно продолжать верить в любовь. Нужно продолжать верить во взаимоотношения. Да, не быть вот такой холодной и отстраненной от всех, а именно продолжать верить в лучшее. Ну, то есть желать этого, хотеть этого. Четверка книг в эпическом Таро нам говорит о том, что когда-то что-то наполняло нас
так сильно, и оно, какие-то вот идеи, да, мысли, состояния, они нас воодушевляли, что мы уже забыли о их сути и стали зависимыми, да, вот от этого состояния, чтобы нас постоянно воодушевляло, чтобы нам постоянно было хорошо, чтобы нам... и мы стали уже рабами этих состояний. То есть нужно понять, что есть какие-то этапы, когда этого воодушевления не будет, и тогда оно будет и ценным, что оно будет приходить. А здесь вы как будто бы стали зависимыми именно от того, чтобы постоянно получать что-то новое, какие-то эмоции, какие-то переживания. Вот здесь уже вопрос зависимости. Вам надо с ним поработать. Да, Аркан Смерти говорит о том, что вам нужно понять цикличной жизни, вам нужно понять эти все этапы и убрать то, что уже отжило, да, ну, то есть не тащить его с собой, потому что все бренно, и смерть, вот в эпическом Таро здесь нарисован молодой парень с пумой, пума — это олицетворение смерти, а вот молодой мальчик, и у него закрыты глаза, он как будто бы не хочет видеть, да, вот это вот то, что его окружает. И карта здесь говорит о том, что неважно, куда ты пойдешь, пума ему говорит, я все равно тебя найду, я быстрее тебя, и ты не сможешь скрыться от меня. То есть ты не можешь скрыться от смерти. То есть как бы ты себя не обманывал, как бы ты не обливался слезами, количество слез — это прожитый твой опыт, я от тебя все равно настану. То есть смерть всегда придет. И вот именно понимание, оставить вот эту вот зависимость от каких-то эмоций, зависимость от каких-то состояний, а просто, скорее всего, наслаждаться. Грифон книг говорит о том, что оставь эту книгу, оставь то, что ты знал, хватит жить по правилам и уже иди и живи, да, то есть здесь вот суть в этом заключается, то есть хватит изучать, хватит получать знания, начни жить. Ну, мне кажется, прекрасно. Давайте я еще и на этой колоде посмотрю, и мы завершим с вами. Как же вам жить? Какую жизнь вести дальше? По императрице что можно сказать? Конечная карта. Оставить трудности, вот сложности какие-то. Две десятки выпали, понимаете? Вот это вот, когда вы находились на самом дне, когда вы рыдали, когда вы переживали, когда было очень много обязанностей, которые вы сами, кстати, взвалили на себя по справедливости, конечно, да, сами недооценили свои возможности, способности, проявили какую-то гордыню, взвалили на себя больше, чем нужно, а потом это же вас и убило, это может быть и ваше суждение. Десятка мечей у нас говорит о том, что очень много правил, очень много привычек, очень много суждений, которые вы не смогли вынести, и они вас убили, они вас приковали для того, чтобы, ну, то есть, чтобы вы поняли, да, и оставили вот то, что не смогли оставить в шестерке мечей и пойти в новое, оставить это в десятке, поэтому вас прибило до того момента, что вот до самого дна, когда нужно оттолкнуться и всплывать. То есть вот эти вот тяжести нужно... Они у вас были по справедливости, вы их заслужили, вы их посеяли, и вы их теперь жнете. Но когда же пожали, надо понять суть этого опыта и оставить, да? Исцелиться по умеренности, медленно, не торопясь, наполняясь, да, получая удовольствие, исцеляя свое сердце, и прийти как раз-таки к императрице, вот именно к проживанию жизни по-настоящему, без всяких уроков, без всяких каких-то придуманных сценариев. Вот жить, иметь желание, да, и стремиться их реализовывать и наслаждаться, то есть уметь наслаждаться своими результатами. Уметь получать удовольствие от жизни. Здесь жрица и здесь жрица. Прям вот для вас это важно. Видимо, сейчас какой-то такой этап, когда вы будете, знаете, как будто бы, ну, поймете, что ли, в чем смысл вашей жизни, с того, с чего мы начали. И вы будете наполнять... Вот верховная жрица, у меня здесь олицетворение идет самой жизни. Почему? Потому что в верховной жрице заложен архетип материнства Димитры. А Димитра была
богиня природы, да, и все экосистемы, а экосистема – это природа, а природа у нас – жизнь. И поэтому вот здесь вот императрица у меня ассоциируется как сама жизнь непосредственно, но жизнь именно в материальном плане, в теле, когда можно пощупать, когда можно потрогать, когда можно покушать, поднюхать, вот, вот этой жизни вам не хватает, и вот к этому вы должны прийти, то есть не в голове, не в мечтах, не в иллюзиях, не в знаниях, а в реальной жизни. Не когда вам хочется, а вы представляете, сейчас бы я это поела, а то, когда ваш желудок наполнен, вы понимаете, я поела какую-то естественную материальную еду, ощутимую, да? Я наелась не в голове виртуально, а на самом деле мой желудок полный. Вот вам к этому нужно прийти, к наслаждению жизни. Вот такой вот раскат получился. Жду вашей обратной связи. Сложные темы затронули. Не обязательно, чтобы абсолютно все вам подходило. Может быть, какие-то моменты, может быть, что-то навело вас на какие-то рассуждения. Я вам буду благодарна, если вы напишите обратную связь, да, что вас зацепило, к чему пришли, какие инсайты получили. А я с вами прощаюсь. До новых раскладов. Пока-пока.